Всем привет, вы на канале VSD, сегодня я вам покажу аккаунт ютубера за 100 тысяч настоящих рублей. Кстати, если ты хочешь получить вот такой вот крутой гелик, скин Влада А4, эксклюзивные аксессуары, VIP-статус, то тебе всего-то нужно перейти в описание к этому видеоролику и скачать абсолютно новый лаунчер. После этого заходишь на сервер ICE и все призы станут твоими. Скажу сразу, что этот аккаунт я не покупал, это мой аккаунт, на котором я играю уже долгое время и просто сделаю на него обзор. Конечно же, он стоит не 100 тысяч, а намного меньше, ну а если считать по имуществу, то конечно же намного больше. Там, наверное, около 400 миллионов виртов, еще есть донат. В общем, все это я вам сегодня покажу. Более 30 машин, разные домики, донат, крутейший промокод, скины, аксессуары, все это в этом. Начнем давайте с домиков, у меня их несколько, я уже покупаю четвертый дом на Рублевке, ну а до этого у меня была своя семья, и она у меня жила в Егоровке, но недавно я ее отдал своему заместителю, и теперь он у нас тут владелец. Тут также тачки, которые я все накупил и решил тоже оставить ему. Поэтому вот эти все машины, которые вы здесь видите, я их также покупал, но считай, сейчас они не мои, я их подарил, считай, своему заместителю, и у меня их теперь как нет. У каждого ютубера у меня есть свой промокод, и сейчас давайте посмотрим, на каком он у нас месте, сколько его ввели раз, я, к сожалению, посмотреть не могу, но примерную статистику можно составить. Тут у нас 15 промокодов, и мой промокод на втором месте. Впереди только Пози, ну там у него было очень много водов из-за того, что он давал Бугатти, по-моему, на 2 дня или на 1 день. В общем, был очень крутой промокод, в то время как другие промокоды давали всего 15 тысяч. Многие меня часто спрашивают, откуда у меня столько денег, где я работаю, может быть, у меня есть какой-то бизнес. К сожалению, нету, я сейчас не владею никаким бизнесом, и все деньги я получаю с промокода. То есть вы вводите мой промокод, только что я уже проверил, сколько было водов, поэтому сейчас их будет 0. И с каждого промокода мне приходит немного виртов, ну а также, когда вы донатите, после того, как ввели мой промокод, допустим, вы задонатили 100 рублей, и мне приходит вроде бы 7% от этого доната, то есть 7 рублей получаю я. Ну и за это время, конечно же, многие деньги я потратил, и тут только небольшая часть от них, 43 тысячи доната у меня сейчас есть. Поэтому давайте прямо сейчас откроем с вами автокейс, но вообще я даже прямо сейчас могу купить какую-нибудь уникальную крутую тачку. Давайте откроем все кейсы, кроме бронзового, потому что там обычно ничего интересного не выпадает. Купим один сейчас серебряный кейс, посмотрим, что из него выпадет. Тут, конечно, самый крутой приз это Volkswagen Jetta, но он мне ни разу не выпадал и вообще не знаю, кому когда-нибудь он выпадал или нет. Но если вам, допустим, выпал Volkswagen Jetta или хотя бы гелик, а, нет, тут не гелик, что-то другое. Ну, короче, мне выпало, как обычно, Volvo. Это вроде бы не окуп, но практически я купил этот автокейс. Давайте сменим кейс. Дальше у нас золотой. Покупаем его, он у нас уже стоит 500 рублей. И тут у нас уже есть гелик, Volvo и BMW M5 F90. Но эти призы мне тут тоже ни разу не выпадали. В общем, из всех этих кейсов мне ничего крутого не выпадало, кроме автокейса. Тут у нас рюкзак Louis Vuitton, но он немного стоит, поэтому идем дальше. Самый интересный кейс, тут вот у нас реально крутые призы. Самый крутой и самый редкий приз, это, конечно же, ГАЗ-69, но он мне тоже ни разу не выпадал, но много золотых тачек, типа Бэтмобиля, Гелика, Авентадора мне часто выпадали. Ну и, в принципе, как всегда, выпала фигня, Kia K5, поэтому сегодня ничего крутого, к сожалению, я не получил. Кстати, все, что мне сегодня выпало из автокейсов, я разыграю в своем телеграм-канале, поэтому переходите, подписывайтесь, и, может, вы заберете этот приз. Следующий у нас это, к сожалению, пока что не тачки, потому что это, наверное, самое интересное, что у меня есть, это скины и аксессуары. Заходим в инвентарь, тут у меня только малая часть того, что у меня есть. У меня есть крик, ну, в общем, в том, что я был в самом начале ролика, это вот эти вот вещи, также вот эти вот два скина, скины и аксессуар, которые я хочу подарить сестре, вот такой вот мопсик я недавно купил с доната, ну и парочку более-менее блатных номеров. Ну а так еще какая-то панамка, которую мне подарил челу и попросил его на что-нибудь меня обменять. Но больше всего у меня лежит в багажнике гелика, это, считай, я использую как склад, и тут у меня очень много всего. В основном это Black Pass, это вроде бы у нас последний Black Pass, из него у меня практически все осталось, я ничего не продаю, просто лежит у меня в гелике. Ну и вот тут куча разных аксессуаров, скинов, я ими не пользуюсь, но если вдруг что-нибудь мне понадобится, то я могу зайти сюда, посмотреть разные номера на новые тачки, либо взять какой-нибудь крутой акс.
Теперь пройдемся по тачкам. Всего у меня на данный момент около 32 машин, но я вам покажу только самые дорогие, с высокого класса, уникальные машины из Black Pass, а из среднего и низкого класса я вам показывать не буду. Давайте начнем. Вот у нас Урус, который я недавно перекрасил, он у нас в стоке и в принципе ничего не сделан, он у нас раньше был в Фоме. Бэтмобиль, который я выбил из автокейса, он тоже очень старый. Акула, которая у меня стоит у больницы, когда меня убивают, то я ее загружаю и доезжаю до своего дома. Гелик, на котором я последнее время гоняю, ну и, как и говорил, использую как склад. BMW M5, ой, точнее M8, она тоже у нас на спортплюсе, но на ней ездить на спортплюсе невозможно, поэтому она у меня просто так стоит. Ну и вот такая вот тачка, RAM из новогодней обновы. Единственное, что мне не нравится, что на нем вот эти вот гирлянды, и мне поэтому не хочется на нем ездить, пока не наступит зима. Дальше у нас вот такая вот BMW M4, Mercedes E63, если я не ошибаюсь, она у нас также была в семье. Вот такая вот BMW 7 серии, на ней я тоже особо не езжу, но она у меня стоит в автопарке. Хаммер H2, он вроде бы из предыдущего Black Pass, но я его не продаю, сейчас он и стоит не особо дорого. Вот такая вот Ferrari California, вроде бы из доната или из Black Pass, тоже, честно говоря, не помню. Ну и вот такая вот Ferrari, вроде бы тоже Калифорния, если я не ошибаюсь. И она у нас тоже из какого-то Black Pass, очень странная, но она неуправляемая, поэтому я на ней не езжу. У меня очень много тачек из Black Pass, потому что я их сразу же покупаю, и у меня с первого же дня есть все машины из Black Pass. Вот такой вот Ford Mustang, дальше Hummer, который я купил в донате за 7000 рублей, Rolls-Royce Cullinan, на котором я почти не катаюсь, но мне очень хотелось его купить. Квадроцикл, тоже из Black Pass, вездеход из Black Pass, очень крутая тачка, может проходить через... все абсолютно бордюры какие-то, препятствия, ограждения, в общем, проедет куда угодно, реально вездеход. Ну и вот такая вот электричка, ну, она мне не особо понравилась, я ее чисто брал для видоса. Это, конечно же, еще не все. У меня есть Априла, которую я купил, чтобы кататься с друзьями. ВАЗ-2107, который я делал с видосом. Еще какие-то тачки, вот, например, Jeep Grand Cherokee, который я покупал в будни перекупа. Иш Юпитер из Black Pass, Минк 125, BMW M3 E36 и Toyota Camry, которые я также покупал после обновы, ВАЗ-2106, Chevrolet Camaro из Black Pass, УАЗ Патриот тоже из Black Pass, Урал из Black Pass, ну а остальное вы уже видели. На этом все, попробуйте посчитать, насколько вышло у меня имущество, мне будет очень интересно почитать, потому что я уже очень давно этого не делал. Не забывайте участвовать в конкурсе в моем телеграм-канале, если, конечно, вам это интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился данный видеоролик. Всем удачи и всем пока!